президент. Вот видите, что вы можете сказать о нашем президенте? Так, вы знаете, я глубоко убежден, что наш президент ведет абсолютно правильную внешнюю политику и ведет правильную внутреннюю политику. Такого президента, как наш президент Владимир Владимирович Путин, у нас не было практически после Петра Первого. Вот. Это человек государственник, который ставит интересы государства и возрождение нашей Родины на первое место. Я думаю, что кроме него никто не может руководить страной, и никто кроме него не сможет вывести ее из возникшего экономического, политического и социального кризиса. А в 18-м году вы за кого будете голосовать? Если будет Путин, я буду голосовать за Путина.